Всем привет! Меня зовут Наталья. Я партнер компании Skinny Body Care. Сегодня хотела поднять вот какую тему. Очень многие люди думают, что в интернете денег быть не может. То есть для того, чтобы были деньги, нужно обязательно вставать по будильнику в 6 утра, ну или полседьмого. Завтрак, остановка, маршрутка или автобус переполненные. Потом работа с чувством выполненного долга. Мы после работы идем домой. Но нравится ли нам так жить? Мы не задумываемся. То ли это, к чему мы стремимся, ради чего мы живем вообще. И вот, размышляя на эту тему, я хотела бы сказать вот о чем. Ведь в интернете, работая в интернете, также можно вставать, если вам хочется, в 6 утра. Больше работы успеете сделать. Но это не обязательно. Вы сами строите график, что вы будете делать, когда вы будете делать, сколько вы будете делать. Конечно, чем больше работаешь, тем и результат выше, но над вами никто не стоит, никто не тюкает. Не нужно ходить на ковер, выслушивать от начальников. Какой ты сякой, не выполнил, не сделал. Еще и премии лишат. Обычное дело. Я тоже работала по найму. Так что я знаю, о чем я говорю. Но компания Skinny Body Care — это не какой-то хайп, как многие, может, думают. Это такой же завод, потому что он производит два замечательных продукта. Это сыворотка и капсула. Я в данный момент сама пользуюсь сывороткой. Даже не ожидала, честно говоря, такого результата. Очень довольна. Ну так вот. Завод производит два продукта. Продукты сертифицированы в Германии. А что значит сертификат германского образца, это, я думаю, не нужно вам рассказывать. Вы сами знаете, какой это класс. Что бы еще хотелось сказать? Помимо того, что компания завод, этот завод сотрудничает со 165 странами мира. То есть это не только Россия, это несколько континентов. Зарплату перечисляют вот на такую карточку пионерную. Вот такая карта пионер. Каждому партнеру в ночь четверга на пятницу. Для того, чтобы работать в компании, нужно лишь ваше желание. А возможности, они, как говорится, исходят из желания. Если есть желание работать, то все получится. Если нет, ну что ж, каждый сам вправе выбирать, как ему жить. Но если вы решили, что вы не хотите жить так, как живут все, как большинство людей, вставая с утра пораньше на работу, толкаясь в переполненном автобусе, еще и если опоздаешь, и втык дадут. Если вам надоело, если вы хотите и вы готовы сами работать на себя, вам не обязательно нужно открывать какую-то фирму, свою, бизнес. Достаточно просто разобраться в информации.
Посмотрите, что вам предлагают партнеры. Посмотрите видео, вникните в него. Вникните в маркетинг. И я думаю, тут не может быть каких-то других вариантов. Я когда посмотрела первый раз, я сразу поняла, что мое место здесь, что я хочу работать в этой компании. Я, конечно, зарегистрировалась не сразу. 2 недели я мучила своего спонсора вопросами. В итоге, получив все ответы, разобравшись в информации полностью, я вступила в компанию и нисколько не жалею об этом. Те, кто хочет быть финансово независимыми, финансово свободными, кто хочет реализовать свои потенциалы незарасходованные, добро пожаловать в нашу компанию. Наши партнеры обучат вас всему, что умеют сами. У нас есть замечательный сайт, который создали наши лидеры. Там вы найдете всю информацию, необходимую для работы. Главное не бояться, верить в себя. Потому что в большинстве случаев люди отказываются работать в интернете. Они не верят просто, что они смогут, что у них получится. Так что приглашаю всех в нашу компанию. Спасибо за внимание. Всем пока!